сначала тоже во второй четверти у нас как бы по ходу после первого был легкий провал, потом все варианты защиты, которые мы попробовали, то есть их было несколько, получилось, что именно тот третий, который оставляли, так он и сработал. И получился состав такой, подобрали именно свежих ребят, выпустили, ну, то есть ту ставку, которую мы сделали, она сыграла. То есть это приятно. То, что 30 очков, конечно, хочется как бы себя готовить, ну, более к другим играм, более серьезным соперникам. То есть хочется где-то сыграть и концовку, чтобы была посерьезнее. Вот. Ну, приятно, конечно, что выиграли, но мы готовим себя к худшим условиям. Ждем восстановления Данила Зуйкова и ждем тоже восстановления и появления сборной Алексея Ваня. А так уже полностью состав весь здесь находится. Когда приблизительно Ваня появится? Ну, надеемся, что ко второму сбору, который у нас начнется 4 числа, он уже появится в составе команды. Так он, получается, первый сбор полностью пропустил, восстанавливается там в Днепропетровске. Надеемся, будет нормально. Все удалось выполнить более качественно во второй половине, потому что главный акцент был поставлен на защиту, и она удалась сполна. То есть лично, зоны, все получилось, и, как вы видите, результат дал свое. Мы вели там больше немножко 10 после первой половины в перерыве, а сейчас такой результат. Поэтому защита все решила. Ну, немножко взял на себя больше инициативы, и это дало плоды, поэтому тренера не против, чтобы я брал на себя игру, поэтому я это сделал, и получилось хорошо, поэтому буду продолжать в том же духе.